Дава Дыма, мы находимся в Казани, и в Казани мы по случаю нового табака под названием «Элемент». Я сюда приехал его попробовать, потестировать, посмотреть, что с ним не так, что с ним то. Короче, просто смотрите, это будет такой влог, который, думаю, будет интересный. А мы пошли с нашего маленького конченого номера за 4000 рублей в сутки. Встретили меня очень круто, ребята выделили мне личного водителя на мультивене, и у него вот так вот открываются двери, и мы, собственно, сейчас едем. Привет! Здорово. Как дела? Выспалась? Ну, ни хрена я поспать не успел. Ты? А? Я говорю, я ни хрена не успел поспать, помылся. Блин. Я тоже помылся, еще пару каток в папк скатал. Интернет, правда, говно. Да ладно? Да. Ну, ЛТЕшка там хуёво ловит вход застроения, а интернет на такси. Поэтому, куда мы сейчас едем? В кальянную нашу? Мы едем в кальянную. Как неожиданно, да? Да, там уже протестируем элемент. Посмотрим, что это, ребята как раз расскажут. И будет все так, в Казани охуенно. Пришли. Вот этот, короче, вот этот чувак, я на него орал и говорил, что Пандора. Почему да, Пандора так китайская? В своем выпуске про питерскую выставку. Да, короче, прям. Давайте объясни, что расскажу, где мы. В нашем офисе нельзя курить кальян, потому что мы там работаем. Поэтому мы купили себе кальянную, сделали здесь ремонт. И каждый наш сотрудник может в нерабочее время сюда прийти, забить себе кальян, покурить, попить чай, попить кофе. Вот так и живем. Слышал, Google, блядь. У ребят есть, блядь, своя кальянная, где они могут в нерабочее время покурить, блядь. Здесь нет сотрудников, нет кальянщиков, нет персонала. То есть это... Сюда не могут прийти посетители и заказать кальян за деньги. Я пошел. Это только наша история. Так, мы сейчас будем пробовать курить. Посмотрим, что из этого выйдет. Что это такое, просто не знаю. Это элемент. Вот здесь орео есть, и я его сейчас съем. Поэтому... Очень сырой орео. Я думал, будет хрустеть. Но не суть. Так, а еще здесь вот чуваки. Это Ренат Хукаплейс Пушка. И говорят нам, как ты это? Пока до двух лет. Мы срочно ищем это. Такое место. Это клуб кальянной культуры города Казань. Ты неправильно показал, надо вот так. Рекламную интеграцию отбили. Идем дальше. От кальянного эксперта города Казань. Да, допустим, в Питере есть свой, в Казани свой. То есть вот в данной кальяне у нас проходит дегустация всех новых вкусов, выбора вкуса. То есть сейчас мы забьем, сколько у нас кальянов. Ну, кстати, она шершавенькая. Вон, анпакин. Фейджуа, блин. Фейджуа. Да, все с молоком? Да. Вина. Я картой заплатить могу. Холодильник. Короче, чтобы вы понимали, другим языком, короче, кто делает этот табак, он создал почти из всех таких брендовых кальянчиков города Казани, там шефов кальянных, фокус-группу. И с помощью этой фокус-группы они тестировали данный табак. Но учитывая, что как бы здесь, я не знаю. Но сошлись все во мнении, пока меня еще не курил, как бы, что да, получилось все пиздато. Поэтому сейчас нам друган наш забьет. Сейчас все покурим. И у нас вон уже стоят 6 Пандоры. Хотел сказать, китайских кальянах. Просто, ну, были очень похожи на китайские просто. Это, на самом деле, Пандора казанская. Поэтому сейчас раскуримся и попробуем. Короче, в табаке есть 4 линейки. Почему называется элемент? Смотрели все фильм «Пятый элемент»?
Так вот, там была огонь, вода, воздух, земля. То есть у ребят 10-4 линейки. А как определить, в пачке у вас здесь вода, огонь, не огонь, либо где голая Мила Йовович, да? Так вот, когда вы открываете, то вот здесь есть как бы все эти знаки, и вот один из них шершавый. То есть вот вода здесь шершавая, значит линейка вода, и, собственно, вот здесь вот тоже вода. А также внутри есть наклеечка вкуса. То есть, ну, красиво, прикольно, на контейнеры, очень-очень прикольно. По крепости я не знаю, сейчас будем раскуривать, пока спрашивать не буду, что из этого выйдет. Ну, пачка, блядь, вот за пачку надо поставить лайк. Тебе как? Круто, круто. Почему ты про меня плохое рассказываешь? Ну, типа, не в первый раз курю, и пока, ну, достойно. Съехал, считается. Основа это... Все на косячку? Основа – это микс разных сортов Бёрли, ну, разного произрастания. Ивана Дорна? Бёрли. А, Бёрли, я думал, основа Ивана Дорна. Вот. По нарезке вот сам можешь посмотреть. Ну, на ощупь. Ну, пахнет прикольно. Это фейхуа. Бля, ну она пизже, чем Дарк пахнет. Я надеюсь, что так и будет. Она не травянистая. Мы, походу, блядь, в Мамуни... А, не, мы Дарк не сможем заменить. Потому что Саня дистрибьютор. Давай. Вот по. Сейчас на сколько коленов? 6. 11 вкусов, как раз. Да. Первые 6 и потом вторые 5. Да. Давай в первую сделаем, чтобы были и сладкие, все, и я ничего не говорю. То есть я сейчас забиваю. Давай на коленку. Давай кактусовый финик, пускай будет. Там читается говно. Все конкретно. Но ход у них оборудование, откуда купили мне оборудование упаковочные. У итальянца одного, он нам рассказал про Мазай. Блядь, у них оборудование 10 миллионов. Да миллионы стоит, там, да, такое оборудование. У них как-то, блядь, контроль кассы его. Новый продукт же вышел от Мазаи. А, от Лайлины. Лайлина, помнишь табак? Лайлина, короче. Лайлина. Ну, это, кстати, тоже Иордания, да. Это раньше они хотели, работали с Старбазом, по-моему, там. Старбаз, кстати, Иордания, Америка далеко. У них производство там, в Иордании. В Иордании проще, потому что и табак под жопой, и там проще поставить, да, производство, и по закону немного полегче. Там вообще хуйня по вот закон. Там нету это. Нету эксизов. Не такой дорогой. И чё? Вы так типа работаете, у нас, короче, не будет. Да, поставь. Самая крутая штука. Я в городе по бургеру. Я хавал у них. Ну, кстати, у них вообще заебись. Вообще заебать. Чего сейчас все? Начинаем раскурить, ребят, давай садись потихонечку. Начинается, короче, фокус группа вкусов. Сейчас узнаем, какие у нас здесь вкусы. Так, первый на китайском, ой, на этом, на Пандоре. Это у нас грейпфрут помело. Линейка, бля, вот какая это, вода? Линейка вода, вот, вода, видишь, это вода. Линейка вода. Ну, когда ты открываешь... Я понял, да. А вода, короче, ладно. Смотри, еще по этикетке будет вода, это вот именно... Да, фейхуа у нас есть. Каламанси. Курант. Смородина. Гуава. Гуава, и там... Кактусовый финик. Кактус? Кактусовый финик. А, кактусовый финик, бля. Это вообще уникальный вкус, это вот султан. Расскажет про него, я думаю. Сейчас попозже расскажу тебе. Все, сейчас ребята раскурят, начнем тестировать все это. И посмотрим, что это такое. Такие неотесанные турочки самые что, чтобы на них проводить дегустации. То есть поэтому у нас чашки всегда одинаковые. Колодка. 4 угля на прогрев, 22-й один убираем, 25-й. И все, пожалуйста. Пробовали на фольге, поняли, что проще с колодками быстрее делается. Не то, что проще, тренд. Ну, и тренд. У нас в Мамуни фольги вообще нет. А в Москве в принципе фольги нет? Ну, есть. Но селедки используют. В Пятерочках, блядь. Да, Москва на колодках, все, не исправишь. На фольге выносишь, уже люди говорят, не. Ты типа чё, вообще колодок нечего, ребят. Да, чё, ребят, вообще, блядь, бичи, блядь. Колодка охуенно! На самом деле хуйня. Может попробуем это сразу включить? Да, ты же первый фейхуа. Так, фейхуа. Да. Больше часу можно пить эту чашку. Можно. Просто есть такие извращенцы, которые будут пить больше чашку. Здесь только под фильм какой-то. Короче, сейчас курим фейхуа. А в чем различие между линейками? Крепость? Да. То есть...
Берли в воде, и земле будет чистый Берли, на воздухе. Вода, Берли, земля, Берли. Вирджиния, Ориент. Берли, скорее всего, может быть, пока еще огонь будет сигарный лист, это будет Аляна Бро. Ну, табак жаростойкий, раз он еще на четырех не прогрелся. А, так, по фейхуе. Фейхуя. А, по крепости средняя. Возможно, крепче Дарксайда. Именно крепче. Не тяжелее, а крепче. Да, кстати, вот это. А, по вкусу пахло прям топ. Но пока не раскурилось. А попозже раскурится, скажу. Вот честно скажу, вот с фейхой что-то не то, она какая-то пустая. Вот в ней вот как будто чего-то не хватает, резкости, вот по мне вот резкости не хватает. Жару не хватает. И первый, кто так говорит, кстати, потому что... На самом деле, когда я опросом раз... этот вкус лидирует вообще у всех. Не, я не говорю, что вкус плохой, вкус хороший. Но вот, вот какой-то желанной резкости, знаешь, вот подчеркнутости не хватает. Многие сравнивают это именно с консервированной фейхой настоящей. То есть это старались подчеркнуть, ну, подчеркнуть вкус фрукта, а не как Дарксайд уходить в какую-то сладость, какую-то кашу. То есть именно подчеркнуть вкус фрукта. Поэтому мне вот это лично мой прям один из любимых вкусов. Сейчас я курю Помело Грейпфрут, а вот Помело уже такая завершенная композиция. Потому что чувствуется именно на окончании на языке Помело, а бьет именно вот грейпфрутовая такая цитрусовая нота. Вот его хуйнуть с кокосом, блядь, в миксе, получится пиздато. Мы, кстати, разрабатывали кокос очень долго, хотели... Помело круто, помело с грейпфрутом круто. Кокос пока. Поставил меня в тупик. Задай вопрос. Как тебе табак давай? Перевел. Мы сейчас прогреваем фейхуа, потому что Натик сказал, действительно, взял трубочку, сказал, что он не прогрет. Решили следующее, что бессмысленно делать отдельно черную, отдельно красную, потому что они приблизительно один профиль имеют. И решили создать сразу микс, чтобы черная была как сладкая, как варенье, а красная была именно вот такая ядреная кислинка. Да, да. И вот чтобы все-таки во вкусе у тебя сначала сладость шла, а потом кислинка из красной смородины догоняла. Я, короче, сейчас курю смородину, и она реально охуенная. Вот Black Currant, она даже близко как бы не стоит здесь. А почему я говорю, что она охуенная? Я просто сейчас затянулся первый раз, и я, у меня такой ёбнул флешбэк в голове, когда приносили целое ведро смородины домой, и мама потихонечку ее перебирала, чтобы делать из него то ли варенье, то ли что, короче. Я вот пиздил с тазика алюминиевого вот эту, блядь, смородину. Смородина топчик. Гуава. Сейчас вот будем тестировать гуаву. Гуаву мы делали с этой композиции достаточно сложной. То есть это не моноармонизатор, это комбинация из трех. Смысл ее в том, что был сделан специальный армонизатор, который вызывает эффект обволакивания, терпкости такой вот, недозревшего чего-то. Отдельно мы пока это не сделали, потому что когда куришь ее в соло, как добавку а-ля Супернову, она не всегда свой эффект дает в миксе. А здесь в гуаве это хорошо легло, и вот решили, что она должна вот именно четкую недозревшую какую-то историю выдавать, чтобы отличала от того, что есть. Я вот сейчас курю гуаву, она тоже топовая, такая зеленая, не совсем спелая гуава, без искусственной сладости и какой-то картиночного оттенка, знаете, типа графического оттенка, более такая натуральная. Если честно, я думал, что приеду, буду курить хуйню. Да. Думал, постебаюсь. Здорово, что мы тебя разочаровали в этом. Да, блядь, да, не получился выпуск, блядь. Ты сказал, что ты приедешь и думаешь, что будешь курить херню. Все новые табаки, которые выходят, у всех сразу такое отношение, что, скорее всего, херня. Вот, поэтому решили тебя сюда пригласить, ребята. Привезли тебя, вот, и чтобы ты спокойно с фокус-группой прокурил его, попробовал и как бы получил нужную информацию по табаку, что он из себя представляет, как эти вкусы сдавались, какие вкусы
мы принимали там условно через 2-3 дегустации, какие вкусы принимали через 10-15 дегустаций. То есть не просто так появляется вкус там каламанси или вот тот же смородина. Она проходила этап. Работа большая была. Большая работа проведена была. Большой этап прокур. Сквит приезжает сюда. Да, вообще. И за сырыми орелами. За кофе, короче. Так, я сейчас курю каламанси, каламанти. Давайте вначале сейчас спрошу, что такое каламанси, а потом скажу, что я чувствую. Ну, каламанси — это микс лимона, кумквата и лайма. Это цитрусовый фрукт, который растет на Филиппинах. Вот. Мы пытались подчеркнуть именно вот этот вкус. То есть это вот сложный вкус, состоящий из разных цитрусовых фруктов. А я вот в каламанси чувствую прям явно лимон дропс. Лимонные конфеты. Ну, хорошие конфеты. С такой оттеночной цедровой нотой. Такая цедра. Когда у Дарксайда вышла Фейхуа, перед тем, как ее покурить, я пошел в Ашан и купил там Фейхуа. Чтобы примерно понимать, что это такое, потому что я никогда эту хуйню не жрал. Да это я фу, правда. Так, трагедия на камере на сумке села батарейка окончательно. Сейчас мы будем пробовать кактусовый финик. Я, если честно, ну не в курсе, что это такое. Но мы сейчас попробуем. Пахнет он круто, я вот чувствую здесь. Бля, кактус прям такой. Приятный. Йогуртовый, теплый оттенок. Это вкус я сам образую. Расскажи, как, что из себя представляет и как он подается вкус. Он же во льду подается. Да, короче, кактусовый финик — это сам плод, который на кактусах растет. Он там весь в иголках, целая процедура, чтобы их снять. Он очень быстро вызревает, поэтому его невозможно в Россию привезти. И чтобы он не так быстро портился, его подают во льду. Поэтому мы сделали этот вкус обязательно с эффектом суперновы, такой ненавязчивый, чтобы это было. Сладко. Да. Потому что его все равно едят холодным. И дополнительный именно эффект в табаке заложили именно добавление вот этого сладка. Вот так вот проходит дегустация, собственно, фокус-группа. По поводу фокус-группы, то, что Султан подчеркнул. Ребята, мы собрали ребят, никто не работает в этой компании, все мы не работаем там. И это действительно, ребята предоставили шанс поучаствовать в создании крутого продукта. И как бы и все с огромным желанием к этому отнеслись, как с огромной энергетикой. И поэтому, собственно говоря, вот такие встречи у нас собраются. Так, я опять возвращаюсь уже к прогретой фейхуа. Потому что я говорил, что она, ну, блядь, не резкая. Все равно чуть-чуть. Мы именно не хотели ее резкость и создать, то есть прямая ассоциация с фруктом, чтобы она приятно стала курилась. Вот как раз в этом фрукте мы не хотели резкости. Вот мне, я как любитель цитрусовых, мне не нравится, когда люди, ну там тот же Лимон Бласт, делают сладким. Мне нравится вот там цедра, поэтому некоторые вкусы, как каламанси, там, помело, грейпфрут, там есть резкость цедры, цитрусовых вкусов. Но в фейхуа мы как раз не хотели это подчеркнуть, поэтому такой вкус. И, ну, действительно, он всей фокус-группе очень нравится. И не только фокус-группе. Не, он скоро отличается от тех, он нормальный. Но просто вот это мое личное мнение. Да, вот Слава правильно говорит, он реально отличается от всей. Фейхуа много на рынке, он реально отличается. Груша. Линейка вода как раз говорит о том, что, ну, значок вода, и вот эта голубая — это вода. И помимо того, что ты рассказывал, шероховатости, и значков воды, сама упаковка сделана вот в стиле воды, потому что сюда, к сожалению, невозможно все сделать вот из-за этой надписи, поэтому здесь осталось все вот так строго. Я специально ее разрежу полностью, чтобы показать, как распределяется сироп в табаке. То есть благодаря технологическому циклу табак сироп держит внутри, он сироп не плавает. То есть сироп здесь нигде не льется. Он, ну, весь в самом табаке.
Ну, ты как, помнишь, наверное, как пачки танжир разрезал, и там такая колбаска вылезает, да. И никакого сиропа. Ну, то есть тут аналогия прямая. Вот персик, ой, груш. Ну, груш хорош. Вот такой вот подгончик, короче, оформили. Это такой элемент бокс, блядь. Гифт-пак. Ну, у нас внутри здесь, короче, есть брошюрочка и, собственно, элемент. И в нем сколько вкусов здесь? 11. 11 вкусов. Тут можно всякую хуйню почитать. Я думаю, потом прочту. Вода, земля, огонь и воздух. Она была его назвать «Аватар». Подсказываю идею. Новый производитель. Аватар. Да, тут все брендировано. Да, я вижу. Плюс еще одна коробочка у меня в комплекте. Под нитки, под иголки, блядь, знаешь, под болты, нахуй. Шнурки. Музей в поле чудес. Да. Этот 5, этот 5. Ой, ой, у нас дома есть печенье. А там нитки, конфеты, всякие иголки, блядь. Было круглые, блядь. Из-под печенья были коробки. Еще такой важный, важный элемент. Заметили вы или нет в прошлом кадре. А, у ребят уже есть акциз. Табак еще не продается, но акциз уже есть. Это очень круто, когда вот так сразу, моментальненько. Оп, вначале акциз, а потом уже продукт. Они как у нас привыкли делать в России. Вначале продукт, а потом пока не прижмут конкретно. Только потом появляется акциз. Следующие 6 вкусов у нас уже греются. А что у нас за вкус? Ну, это 5 новых вкусов и 1 фейхуа. Заново, блядь? Заново. Там у нас так, тут груша, асаи, личи, бельгийская вафля, арбузный холст. Вот арбузный холст, да. О, бельгийские вафли. А вот арбузный холст, очень интересно твое мнение. Реальное твое мнение, потому что, мне кажется, такого нету на рынке. Вот, то есть мы курим уже сколько лет? Я лично курю больше 12 лет. Вот. Вот арбузный холст, это... Ну попробуешь, давай не будем ничего говорить. Какого хуя? Дубль номер 3, опять заново фейхуа. Она стоит под колпаком, чтобы прогрелась. Ну не то, блядь. Кто позвал того? Че, обосрали? Ну, наверное. Че, нет? Она кайфовая, вкус кайфовый. Но мне лично не хватает резкости в этом вкусе, понимаешь? Это, вот, по-моему, это тот вкус, который должен быть резким. Вот просто затягиваешься и понимаешь, насколько он четкий и прорисованный вкус. Вот знаешь, вот как будто контур на нем толстый такой. Выкиньте от колен. Они ему дают только фейхуа. Нет, даба. Ну, на самом деле. Он жар набрал. Кстати, забили 6 чашек фейхуа, так что следующий. По-любому. Разная степень прогресса. Так, держи арбузный холст. Арбузный холст. Что ты про него скажешь? Это прямо арбузный холст, не жвачка, вот этот, да. Леденец, который... Я понял, да. Да, с холодком. И вот ты сам на рынке знаешь, сколько, какие для тебя топовые арбузы на рынке? Нет топовых арбузов вообще. То есть сам по себе арбуз... Это очень... наверное, связано с тем, что я не люблю арбуз. Вообще ни в каком проявлении. Есть вкусы, которые очень сложно повторить. Если говорить об арбузе, что это? Это на самом деле просто вода с привкусом каким-то, да? Вот ты кусаешь, вот это... Фрэш. Да, ощущение мякоти и все остальное. И поэтому, как это добавить в кальяне? Ты же не можешь передать мякоть или воду, которую ты, ну, получаешь в огромном количестве, откусывая арбуз. То есть, поэтому здесь история про ушла в этот какой-то арбузный леденец, арбузный холст с холодком и со вкусом арбуза. Чем тебе фейхуа не нравится? Да мне нравится, мне резкости мне не хватает, блядь. Понимаешь, резкости. Да, ну, для меня это... Оно приятное, блядь. То есть вот если брать грин-бин, блядь, это не фейхуа, это что-то травянистое. Очень сладкое и травянистое. А вот здесь она максимально мягкая и очень приятная. А арбузный холст? Не, свежий. Не спорю. В меру. В меру, конечно. Но я арбуз не люблю. Хоть какой.
Но тут, видишь, арбуз не слишком явный. Он... Я понял, да, это он фреш, арбузный фреш. Да, это арбузный фреш. Бля, я походу постарел, что меня размазало нахуй. Здесь душно, блядь. Я не могу нахуй, блядь. Мы забыли сказать, это вода. Цианидом, блядь. За китайские пандоры. Блин, у нас спалило. Не, реально, что-то размазало, бля, ебать. Эффект должен был пойти, когда ты сядешь в самолет. Ты усну и все, да? Да, очень быстро я. Медленно. Так, это у нас лич. Лич яркая. Лич хорош. Не, я прочувствовал. Да. Хороший лич, ребята. Я больше не буду. Не, личи кайфово, вот. Вот что касается личи, блядь, чтоб мне понравился личи, я сказал, что личи, блядь, кайфово, это сложно, пиздец. Мне дико нравится гуава личи микс, я делал, я его прям курил, прям шикарно. Личи хорош, не навязчивый такой, терпковато-песочный вкус, вот личи по приколу. Че, ребят, бля, дайте отдохнуть, ебать, меня пробило нахуй. А мы так два раза в неделю. Да пошли вы нахуй. Ты не останешься? Отвезите меня в аэропорт. У вас хуёвая организация, бля. Повторяю еще раз, хуёвая организация, бля. Не организована, бля. Надо было на берегу, короче, да? Залива, чтобы ветер обдувал. Голые женщины приносят кальян. Голые женщины. Сексист, блядь. Давай спей песню, блядь. Розовая вагина. Пососи мой член на испанском, блядь, на португальском. Это в блядь. Настолько крепкий гелер у нас. Там, по-моему, не, блядь, что-то... Он пьет, да, уже пьяный. Обгандошило меня. Короче, что-то элемент. Что-то меня размазало. Я вас всех ненавижу, блядь. А там дороги, блядь. Чё-то китайщиная даёт. Прям вот чувствую, блядь, на ощупь. Это фокус-группа, это табак-элемент, линейка вода. Это вся фокус-группа. Я понял, еще не все приехали, да, сегодня смогли? Да, Артур, ты который знаешь, ХП Волкова. Да, ХП Волкова. Ещё одного вьетнамца нету. А табак, бля, реально хорош. А, пиздец.